когда сериал Джана Эмана выйдет в эфир и кто станет партнершей актера в новом проекте. Нам стали известны подробности летней комедии с участием звезды сериала «Ранняя пташка». Поклонники Джана Эмана были не на шутку встревожены информацией о том, что на актера завели уголовное дело, обвиняя в избиении одной из поклонниц. Многие даже засомневались в том, состоится ли новый проект Джана, который готовит компания Goldfilm. Однако известная журналистка Берсен Алтунташ развеяла сомнения. Проект состоится, более того, в паре с Джаном Эманом снимется хорошо знакомая многим актриса. Асге Гюрель и Джан Эман уже играли вместе в сериале «Полнолуние» «Долунай», который прошел достаточно средне в Турции, но получил популярность в Италии и также был показан на испанском телеканале Divinity. Неудивительно, что продюсер Фарук Тургут решил вновь повторить успешный дуэт в новом летнем сериале «Мистер Ошибка», съемки которого начнутся уже в мае. Таким образом, продюсер пошел против турецкой системы, в которой обычно не принято повторять актерские дуэты. Оправдает ли себя такое решение и станет ли сериал удачным, мы узнаем совсем скоро. Премьера сериала, сценарий к которому пишет Аслы Зенгин, запланирована на июнь этого года. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.